Детская художественная школа поселка Ильского по праву считается настоящей кузницей юных дарований. Воспитанники – неоднократные призеры и лауреаты выставок и конкурсов различных уровней. Свою деятельность школа начала в 1989 году с этого маленького помещения на улице Первомайской, которое позже стало филиалом. В 2021 году, благодаря участию в национальном проекте «Культура», здание буквально преобразилось. На капитальный ремонт было выделено более 2 миллионов рублей из всех уровней бюджета. В ходе проведения капитального ремонта была заменена полностью система электроснабжения, отремонтированы кабинеты, заменены полы, ливневая канализация, система отопления. После капитального ремонта детей ждут теперь светлые кабинеты, оснащенные всем современным оборудованием. После ремонта открыли новое направление – художественное моделирование. Для юных модельеров выделили отдельный кабинет, в котором обновили не только ремонт и мебель, но и закупили новое оборудование – швейные машинки и оверлок. Среди работ учеников не только элементы гардероба, но и куклы, текстильные картины и национальные костюмы. Преобразились и кабинеты для юных художников. Появились раковины, стало значительно светлее и уютнее. В новых комфортных условиях раскрыть свои таланты у ребят получается быстрее и проще. Вообще, вы знаете, эта школа для нас не просто школа. У нас тут еще дедушка учился, а потом это здание стояло заброшенным, оно участвовало в нацпроекте и преобразилось. Конечно, мы с удовольствием привели сюда после этого своих детей, потому что дети заходят в чистое, красивое, светлое помещение, занимаются с удовольствием. Школу облагородили не только внутри, но и снаружи. После открытия во дворе положена новая плитка. Для безопасности детей установлено ограждение. А как источник дополнительного вдохновения, в теплое время года на клумбах настоящая палитра красок. Национальный проект – это, вот, мне кажется, для таких поселений, как вот наш поселок городского типа, это вот прям как лотереечка, скорее всего, или вот, награда, подарок для наших детей и для родителей, конечно. Для жителей Ильского это не просто художественная школа, а настоящий детский культурный центр. И после капитального ремонта число желающих учиться здесь с каждым годом только растет.